Купочки фикс прайс, много интересного, сейчас все покажу. Девчонки захотели теперь большой водный пистолет, вот такой, по-моему, по 200 с чем-то, я вам сейчас покажу. Я вообще заказывала через приложение все, но когда пришли в сам фикс, то девчонки еще довыбрали пистолетик. Но чек у меня есть, сейчас покажу. Водный пистолет 299 рублей, вот он. Так, сейчас сразу покажу чек, кому интересно, на паузу нажимайте, смотрите, что почем, что здесь, сколько стоит. Так, вот, водный пистолет, вот такой огромный, не пробовали, будем пробовать на жару, прям объем тут, конечно, большой, вообще обалденно. Набрала немножко канцелярии, к 1 сентября начинаю Ксюшку собирать, здесь у меня цветная двусторонняя бумага, 24 листа. Достаточно много, много цветов, яркая, двусторонняя, и ценовой вопрос какая-то совсем была бюджетная. Набрала тетрадок тоже, пока это все дело есть. Обычный, классический, клетка, кстати, хорошая такая клетка. Камера почему-то вам делает ее черной, нет, она классическая, синяя. И линейка тоже обычные тетрадки, всегда идут в расход. По 5 штучек, по 6 взяла. Так, дальше вот этот вот продукт самый интересный, который не терпится потестировать. Девчонками уже в Телеграм обсуждали. Появились фикси листовые порошки. Вот так они выглядят. Есть универсальные для цветного и для белого. Я взяла для белого. Я всегда, в принципе, стираю для белого. Смотрите, у нас здесь 16 пластин, 32 стирки. То есть, по идее, у нас пол пластины на стирку. Цена вопроса 149 рублей. То есть, это гораздо дешевле, чем Фаберлик. И я предлагаю провести вам тест. Мы с вами обязательно возьмем какое-нибудь грязное белье, постираем половину этого белья, может даже один носочек там в одну стирку с пластиной Фаберлик, другой с пластиной Фикспресс. Обязательно в этом ролике мы с вами такой тест проведем, потому что мне интересно. Они гораздо дешевле, фаберликовские выходят по 300 рублей, 300 с чем-то, 370, да, по-моему, рублей выходит пластины вот эти, 370 с моей скидкой. По каталогу они еще дороже, естественно. А эти 149, то есть разница есть. Но у Фаберлик 20 пластин, а здесь 16. Фаберлик пишут, что тоже половинки, в принципе, хватает, если нет сильных загрязнений. А здесь они, в принципе, пишут, что пол пластины. Вот, так, и то у нас, наверное, Китай, я думаю, Фаберлик тоже Китай. Кому интересно, можно сравнить составы. Смотрите, состав этих пластин, и потом попозже, ну, потом попозже сравним и посмотрим. На момент отдушки все это я вам все расскажу. Так, вот такой набор красивых вот таких карандашиков черно-графитных взяла тоже Ксюшке к школе. Сейчас прям в коробочку все сложу и оставим к сентябрю. Они очень красивые, девчонки, вот это вот не нарисовано, это выемки такие. То есть пальчиками удобно будет держать. Прям классные, мне понравилось. Надо сейчас крестюшки один, ой, достать, попробовать, как ей будет удобно рисовать. Интересно. Тут они какие классные, у них даже дерево разноцветное, сами они разноцветные. То есть это получается у нас с вами как трехгранник. Держать очень удобно. Вот первоклашкам приучать руку к письму и так далее. Вот прям очень удобно держать на самом деле. Так, что у нас дальше? Смотрите, взяла вот такую баночку интересную. Kitchen. Цена вопрос тоже вообще, по-моему, 49 рублей. 300 миллилитров. Не знаю, что сюда насыплю. Мне в целом нравится вот эта идея. Пробка. Такая легенькая крышечка. Что-нибудь туда обязательно насыплю. Будет вот так вот красиво стоять. Не знаю, может быть, даже арбизы разноцветные и как декор. А может и соль, сахар. Не знаю. Посмотрим. Так, дальше, девчонки, что взяла? Взяла майонез. Дешевле всего он в фиксе. Лопаточка Kitchen. Я, конечно, знаете, это из раздела ожидания реальности. Ожидал, что она будет большая. Не посмотрела на размеры. Но такая маленькая лопаточка тоже, в принципе, имеет место быть. Тоже достаточно удобная. Совсем дешевая. Прям вот совсем. 19 сантиметров получается. Это Kitchen. Нормальная деревянная лопатка. Я люблю такими что-нибудь замешивать. Так, шоколад Кальпинголь тоже дешево была, девчонка. Набор линеек. Вот такой вот так ценник я вам все показала, не на все помню. Здесь две линейки. Одна небольшая, которая, в принципе, влезает в стандартный пенал. И вторая побольше. Это иногда и такие большие нужны. Набор линейк. Так, клей. Нет, клей это, по-моему, девчонки, я брала в детском мире. Так, да, лопаточка тоже детский мир. Вот такая обычная. Тоже дешево. Мой любимый сок почему-то фикси стал выпускаться в формате 0,33. Цена осталась прежней. Раньше я брала большие бутылки гранатовые. Он действительно гранатовый. Прям вот на вкус граната, а не вишня, как многие сейчас любят подделывать. Так, дальше что у нас тут? Вот он, кстати, это интернет-заказ. И здесь тоже цены все они собирают. Вот, да, стало прям кучей. Ластики, набор. Тоже вот прям копейки. И смотрите, как их здесь много, на целый год хватит. Дальше ручки Бик. Но это, конечно, навряд ли биг. То есть это, наверное, биг
но не биг, да, которые стоят гораздо дороже. Но они вот эти ручки тоже классные, на самом деле. Здесь 4 штуки в наборе. У меня Ксюшка любит ими в школе писать. Биг. Не биг, а биг. Вот видите, какая интересная подделка. Вроде и не подделка, да? Так, набор резинок взяла. Вот такие вот 5 цветов. Тоже в школу там хвостики делать, резиночки и так далее. Совершенно обычные резинки. Они постоянно куда-то теряются, имеют свойство пропадать. Такие вот разных цветов пригодятся. Потом набор фломастеров. Тоже иногда в школу они нужны. Но вообще девчонкам порисовать. Вроде такие вот эти неплохие. Посмотрим, попробуем. Так, и что? А, и соевый соус. Да, да, резиночки. Соевый соус. Соевый соус, вот такой обычный, классический. Ну, и вроде все. А, еще и вот ватные диски тоже. Там цена вопроса была смешная. Сейчас открою тебе все, открою, все будем смотреть. Так, все вроде бы показала, рассказала. Собственно говоря, пластины Faberlic, пластины Fix Price. Смотрим, давайте по составу сравним сначала. 30 натриевая соль. Так, где у нас здесь состав? А здесь у нас АПАВ, НПАВ, глицерин, натрия гидрокарбонат, чуть-чуть консерванта, двунатриевая соль меньше 5%. А здесь получается не двунатриевая, а натриевая соль 30%. То есть, в принципе, каких-то жирных спиртов, кокосового масла, поливиниловый спирт, вода менее 5, тоже глицерин, комплекс НПАВ тоже. Цитрат натрия, сапонин и мыльный орех. Составы, в общем, в принципе, в корне отличаются, девчонки, в корне. Пластины Faberlic вы уже видели, они выглядят вот так, просто белые листочки и все. А пластины, я сейчас ими темные стирала, пока ничего не могу сказать, сейчас будем стирать светлые, посмотрим. Пластины с фикса выглядят вот так, здесь есть линия отрыва, они такие голубенькие, и есть линия отрыва. Пахнут приятно и достаточно сильно. Faberlic не пахнут. То есть они вот, не знаю, но очень приятно. Какая-то туалетная вода свежая. Вот запах очень приятный этих пластин. Что мы будем с вами сейчас делать? У меня есть носочки с ниткой. Ксюшкины грязные. И я сейчас в первый заход. Да что ж ты, зараза такая. Кладу один носок, и мы будем стирать с пластинами из фикса. Во второй заход я кладу другой носок. То есть они не сильно грязные, но тем не менее загрязнение есть. Вот второй, он погрязней. Давайте его прям постираем с пластинами из фикса, а вот этот оставим на второй заход с пластинами Faberlic. Посмотрим, как отстирает. Я буду класть целиковую пластину и там, чтобы как бы, ну, было по-честному. Здесь их 16 штук, здесь 20, но тут не сильные, когда загрязнение. Но у меня сейчас будут сильные стираться, поэтому я буду класть целиковую и вот этот носочек. Потом прям после двух стирок покажу вам оба носка. Смотрите, девчонки, это носок, постиранный пластинами фикса. То есть вот легкие есть потемнение камеры, она немножко неверно передает почему-то. Вот, да? Ну, как бы нормально. Отстиралась, когда высохнет будет. Нет, это пластинами Faberlic. Вот тут прям полоска еще осталась. Не отстиралась. Я что-то прям удивлена. Представляете, потому что у меня пластины Faberlic, они хорошо вообще отстирывают. Тут какая-то полоска вот осталась. То есть носочки по-хорошему с такими пластинами надо замачивать. В целом, так, картина одинаковая. Вот она в целом одинаковая. Сейчас я вспышку отключу, покажу. Так, достовернее передает. А то со вспышкой они прям какие-то совсем грязные кажутся. В целом, более-менее, картина одинаковая. Вот, фиксовские пластины. Сейчас, малышек. А вот Faberlic. Ну, Faberlic, вот тут какая-то полоска осталась. Не оттиралась. Прям полоса. Вот так. Так что делайте вывод сами. Здесь вам был ролик полезен и интересен. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Всех люблю, целую, всем пока-пока.